49 глава книги пророка Исаии. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей назвал имя мое. И сделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и сделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня. И сказал мне: ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал: напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой — сила моя. И он сказал: мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради Святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Господь: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце твоем: кто мне родил их? Я была бездетна, бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот я оставалась одинокою, где же они были? Так говорит Господь Бог. Вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах,
и будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Может ли быть отнята у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и притеснителей твоих накормлю собственной плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином, и всякая плоть узнает, что я, Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Иаковлев».